В Доме правительства прошло заседание Совета по выставочно-ярмарочной деятельности. Обсуждалась концепция программы 22-й межрегиональной выставки «Регионы сотрудничества без границ». Подробности далее. В этом году выставку «Регионы сотрудничества без границ» планируется впервые провести в Ледовом дворце города Чебоксары. Главная экспозиция развернется на центральной арене и тренировочном катке. Основную цель, которую мы заложили, это и обсуждаемая тема, это демонстрация новейших достижений, разработок и применяемых в отраслях экономики, прежде всего в проводимой политике импортозамещения. На заседании обсудили и участие нашей делегации в работе международной туристской выставки «Интурмаркет-2015», которая проходила в Москве. В ней приняли участие 76 регионов России. Чувашия в скором времени должна стать одним из самых привлекательных туристических регионов. Не случайно около нашей экспозиции всегда было многолюдно. Стенд Чувашской республики посетила официальная делегация во главе с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым, который отметил перспективность развития туризма на территории Чувашской республики. Следует отметить, что в рамках Интурмаркета была заключена договор между Пензой, Департаментом культуры Пензы по обменным гастролям коллективами филармонии. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что необходимо продолжить работу по развитию туристической отрасли в республике. Ведь для этого есть все необходимые условия и ресурсы. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.